Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Будущему актеру не было и года, когда отец ушел из семьи. Воспитывали мальчика мама Елена Васильевна и отчим, с которым у него сложились замечательные отношения. Елена Васильевна не пропускала ни одного спектакля и сумела передать невероятную любовь к театру и своему сыну. Окончив школу, Армен Джигарханян отправился поступать в ГИТИС. Но тогда в Москве его постигла неудача. Вернувшись в Ереван, он пошел работать помощником оператора на киностудию «Арменфильм», а затем поступил в Ереванский художественно-театральный институт Гулакяна. Уже со второго курса Армен Джигарханян начал играть на сцене Русского драматического театра имени Станиславского. В театре Джигарханян проработал более 10 лет и сыграл более 30 ролей. Судьбоносной для артиста стала роль Ричарда III в одноименном спектакле по пьесе Уильяма Шекспира. Его заметил известный режиссер Ф. Росс и пригласил перейти в Ленком. Так, в 1967 году Армен Борисович стал актером Московского театра имени Ленинского комсомола. В 1969 году Армен Джигарханян перешел в театр имени Маяковского. Там актер прослужил 29 лет и создал много незабываемых образов. По признанию артиста, это были его самые счастливые годы, и все лучшее он сделал именно в театре Маяковского. С 91 по 96 годы Армен Борисович преподавал актерское мастерство во ВГИКе, а затем вместе с выпускниками своего курса решил организовать собственный театр. Так в марте 96 года появился Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, который сначала назывался «Театр Д». Сниматься в кино Армен Джигарханян начал в Армении. Его дебют состоялся в 1960 году. Молодой артист сыграл одну из ролей в фильме «Обвал», а известность принесла картина Фрунзе Давлатяна «Здравствуй, это я». С тех пор сниматься артиста приглашали регулярно. Сегодня на счету Армена Джигарханяна более 250 ролей в фильмах и сериалах, и он даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый снимаемый российский актер. В его фильмографии такие известные картины, как «Чайка», «Когда наступает сентябрь», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Трое на шоссе» и многие другие. Армен Джигарханян часто работал на озвучании. Его голосом говорят герои мультфильмов «Жил-был пес», «Остров сокровищ», «Верх» и другие. Первой женой Армена Джигарханяна была актриса Алла Вановская. У них родилась дочь Елена. Вторая жена артиста – Татьяна Власова. В 2016 году Армен Джигарханян снова женился. Супругой актера стала Виталина Цымбалюк-Романовская, директор его театра. Спасибо за просмотр. Если понравилось, подписывайтесь и поделитесь с друзьями.